Если бы мы с вами уехали из Казахстана, не познакомившись с этим человеком, то можно было бы сказать, что в культурной столице мы не сделали самого главного. В Алмате мне назначил встречу очень важный, очень серьезный и очень известный человек. Вы этого человека все прекрасно знаете. И он не любит, когда на встречи опаздывают. А я с таким вот движением алматинским уже почти опаздываю. Но постараюсь все равно быть вовремя. Этот человек – национальное достояние, сокровище Казахстана. Трудно сказать, есть ли на сегодняшний день в республике более популярный исполнитель или исполнительница. И навстречу к ней я не опоздал. Роза Куанышевна, а меня вот когда мои знакомые девушки, когда они узнали, что я вас увижу, попросили узнать у вас, как вам удается так роскошно выглядеть. Перестать. Просто они тоже хотят. И я тоже хочу. Мне интересно узнать, как вот, что надо делать. Вы начинаете наш разговор с комплимента. Вы очень правильно поступаете. Как настоящий мужчина. Да. Ну, я думаю, творческие люди, они все как-то отличаются вообще в жизни от простых людей. Они немножко в каком-то другом мире живут, может быть, поэтому больше сохраняются, наверное. Как-то вот они где-то там между небом и землей. И, наверное, поэтому жизненные проблемы, наверное, не особо их волнуют. Ну и потом, конечно, есть привычка всегда быть в форме. Оказалось, что этой великой женщине и певице не приелись путешествия, несмотря на 35-летие творческой жизни и многочисленные гастроли. Последние годы она активно ездит по Казахстану, открывая для себя и детей новые места. Вот вам как проще петь, по-казахски или по-русски? По-казахски. На каком языке? По-казахски, конечно. У меня акцент, во-первых, на русском, когда я пою. И у меня, когда я даже общаюсь, у меня идет перевод. Я вот мысли по-казахски, я говорю с вами, переводя. Роза Рымбаева у нас гость нечастый. Короче говоря, я набрался наглости, и вот. Музыка Пахмутовой, слова Добронравова. «Надежда» – песня с последнего диска Розы Куанышевны. «Вечная весна». А припев я можно попробую тоже с вами? Да, у вас как? Ну, никто раньше не жаловался. Не жаловался? Нет. Ну, давайте посмотрим. Давайте послушаем. У меня, правда, небольшой насморк, ничего. Гундосить буду немножко. Ну, если я буду фальшивить, вы меня тогда прогоняете сразу. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродрома. Вот бы и мне так же гундосить. Был бы сейчас народным артистом, концерты бы давал в колонных залах и дворцах съездов, творческие вечера и все такое. Надежда, мой композит. Вы фальшиво поете. Да? Все, я тогда зрителем буду лучше, слушателем. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Такой. Браво, браво! Такое камерное, тихое пение. Светит незнакомая звезда. Не так серьезно. Тепло, человечно, искренне. Светит незнакомая звезда. Опять не так. Вы специально поете ноты. Ну. А надо петь. Светит незнакомая звезда. Светит. Как будто говорить и представлять. Да. Как Лев Лещенко. Как говорить и представлять, как будто бы. Кого? Светит незнакомую звезду. Вот представьте себе. И душевно пойте. Светит незнакомая звезда. Ну, еще вы вот так головой мотаете. Ну, это же неправильно. Да. Не
не певец я танцор. Это видно. Это тоже неплохо. Ну, в общем, да. Спасибо большое за встречу. Вот. Ну, я очень рада. Спасибо. Этой встречи, благодаря вам, теперь действительно зрители СНГ, некоторые меня увидят, вспомнят, что была такая певица. Пока Роза Куанышевна занималась со мной вокалом, в Алма-Аты наступил вечер. Включили музыкальный фонтан в Дендропарке. Еще одно прекрасное место на планете Казахстан. По-моему, очень оно подходит для встреч и расставаний. Алма-Ате наше с вами путешествие по Казахстану заканчивается. И я вам хотел представить людей, которые все это время были рядом со мной, но вы их по понятным причинам не видели, потому что они стояли за кадром. Вот эти люди. Татьяна Тертышникова, продюсер. Денис Павлушенко, координатор и фотограф. Андрей Агай, водитель. Михаил Номеровский, ассистент операторов. Операторов двое. Василий Ивашенцев и Александр Чубов. Очень жаль расставаться с этой прекрасной страной, с ее гостеприимными и прекрасными людьми, но делать нечего. Путешествуйте подольше и подальше, обязательно прилетайте и приезжайте на планету Казахстан. До свидания!